Добро пожаловать на просмотр видео. Разработчик пикапа дропнул новый пост, в котором он немного рассказал о своей жизни и поделился новостью о разработке игры. Помимо этого, я хотел рассказать про первый конкурс от Jado с призовым фондом в 10 тысяч рублей. Даже, как видите, превью стоит на эту тему, но не успел, так как буквально вчера разработчик выложил итоги конкурса, поэтому информация стала неактуальной. Но видео было больше посвящено не конкурсу, а другим темам, поэтому есть что сказать. Погнали! Где-то на 70% пост состоит из краткого рассказа о создании игры. Должен сказать, что я многого не знал о разработчике. В хорошем смысле. Человек с соло на очень бюджетном ПК смог создать игру, в которую уже поиграло более 1 миллиона человек со всего мира. И немалая часть этих людей с нетерпением ждет обновления и следит за каждой новостью в группе разработчиков, в том числе и я. Куча ютуберов снимают эту игру, по ВКонтакте есть множество групп, посвященных этой игре. Даже у игры был фейк в Play Market, я думаю, многие это помнят. Если это видео смотрит сам разработчик, то хочу выразить вам респект и благодарность за то, что подарили нам такой прекрасный проект. Я думаю, все, кто смотрит это видео, меня поддержат. Ну и желаю успехов в разработке. А что касаемо выгорания, то это временное явление. Главное снова найти мотивацию и чем-то вдохновиться. У самого такое было не раз. И, как видите, я эти периоды преодолел. Что ж, на эту тему можно говорить очень долго, но думаю, все уже хотят узнать, что же нового появилось в игре. В данный момент идет работа над газом. Про него я много говорил в этом видосе. Более того, газон уже на ходу. И даже со звуком. Правда, звук зацикленный, поэтому еще в разработке. В ближайшее время все это нам будет показано. И, возможно, газ попадет в версию 1.1. По новостям все. Вот таким коротким получился видос. Кстати, если вы являетесь одним из победителей в конкурсе, то пишите в комментах. Дай бог, встретимся в следующем видео или на стриме.